сейчас я хочу рассказать о трюке, который называется Backside 360 Backside Grab. Он практически ничем не отличается от 360 Indie Grab. Разгон остается неизменным. Подъезд точно такой же. Вы обязательно должны заехать на трамплин на переднем конте на согнутых ногах. Точно так же вытолкнуться, точно так же закрутить себя. После того, как вы вылетели с трамплина и провращались примерно 90 градусов, смело берите грэб. Существенное отличие заключается в том, что грэб берется не задней рукой, а передней рукой за задний кант между креплений. В верхней точке своего полета вы должны зафиксировать грэб, то есть сделать вытяжку. С того момента, как вы вылетели и схватили грэб, вы практически все время видите перед собой приземление. Смотреть необходимо так же, как и на Backside 360 Indie Grab, в левую сторону, немножечко за левое плечо. После того, как вы почувствуете, что постепенно начинаете снижаться, вам необходимо еще какое-то время провращаться с грэпом. Потом отпустить его. И оставшееся количество градусов довращаться без грэпа. После того, как вы четко приземлитесь на согнутые ноги обязательно, голова должна быть направлена по направлению вашего движения. Вам необходимо доехать до конца приземления без разворотов, без торможений и без падений. Все, на этом трюк закончен.